Ну же, сволочь! Я рад, что здесь, на Рейкине, Господь говорит со мной через мою душу. Он хочет, чтобы я стал одним из его орудий. Похоже, исполины сражались здесь когда-то давно. Они защищали нас от великой бури. Мы должны чтить эти пути. Я объяснил живущим на Рейкине, что он оставил здесь для нас. Да благословит Бог тех, чей путь озаряет свет. Thank you.
Что сегодня предложишь? Советую. Используй с умом. Отличный выбор. Да, я смогу это. И что, это все? Мне... Надеюсь, скоро вернешься. Впечатляет? Никогда такого не видел. Еще увидь. Скажи Петре, что я ее жду. Петра. Эйвор, как дела? Не хочешь провести время вместе? Очень хочу. Я как раз собиралась пострелять из лука, чтобы не терять сноровку. Присоединишься? Это будет полезно. Давай. Помни, в одну мишень одну стрелу. Готов? Давай. А, недурно. Видела, Петра? Точно в центр. Ха, в яблочко. Думаешь, сможешь лучше? Был бы это олень, мы бы сегодня пировали. Кажется, победа сегодня за мной. Славно. Было весело. Подожжем в другой раз стрелы? Или, может, завяжем глаза? Мне вполне хватит и обычных стрел. С ними как-то безопаснее. Ну ладно. Жду с нетерпением. Васим, скажи, ты давно говорил с Сигурдом? Мы порой беседуем. А что? Скажи, он не изменился? Не кажется тебе печальным, безучастным? Он куда более задумчив, погружен в себя. Задумчив? Это еще мягко сказано. Он говорит так, будто сами боги шепчут ему в уши. Сейчас странные времена, Эйвор. И люди тоже. Может, Сигурд благословлен? Но кто скажет наверняка? Верно. Мне уже... Ди дольче про имени!
Эйвор. Петра, почему ты так на меня смотришь? Что-то случилось? Нет, нет, все хорошо. Просто я... О, это непросто. Говори, я слушаю. Ну, мне так понравились наши с тобой приключения, Эйвор. Правда, очень. В общем, я пытаюсь сказать, ну... Ты мне нравишься, Эйвор. И я хочу сделать следующий шаг. Вдруг мы могли бы быть вместе. Я тоже этого хочу. Боги, я боялась, что ты ответишь иначе. Ведь тебе не сидится на месте, ты вечно странствуешь. Навсегда возвращаюсь. Чего ты ждешь? Поцелуй меня. Иди сюда. Разве это не счастье? Может, вас это удивит, но наша беседа вдохновила меня на стихи. Позволишь их прочесть? Валяй, птенчик. Порази меня. О, попытаюсь. Внемлите. Ода алчущему пламени. Кто это? Еще один скальд? Я? Что ты? Какой из меня скальд? Нет. Я скромный тен, любящий стихосложение. Всего лишь дилетант. Могу продолжать? Я пришел сюда не стихи слушать, лорд. Говори, что нужно, или пей. Да, конечно. Я хотел встретиться с Эйвором, великим воителем из этого клана, если мне позволят. Ты говоришь с ним. Как тебя зовут? Богом клянусь, день лишь начался, а мне уже повезло. Я Хунвальд, преданный сын Хундбиорта, элдермена Линкольншира, да исцелит его Господь. Видишь ли, отец болен. Дурные люди пользуются тем, что он не может мыслить ясно. Если верить слухам, это могущественный тайный орден. Месяц назад мерсийские войны вышвырнули меня, его единственного сына, из дома. За что, не знаю. Только сам отец никогда бы не приказал изгнать меня. Путь человека, отвергнутого семьей, труден. Вы могли бы помочь мне вернуться в Линкольн. Мы вместе войдем в город, и вы устроите мне встречу с моим благородным отцом. Мы готовы помочь.
но хотим получить кое-что взамен. Союз между нашим родом и твоим. Договорились. Несмотря на недавние войны, мой отец — хороший друг Данов. Печален твой сказ, Хунвальд из Линкольншира. Сын, лишенный отцовской защиты, жаждет отстоять свою честь. На что ты пойдешь ради этого? Прольешь ли кровь? Само собой. Правда за нами. И я брошусь в самую гущу сражения, чтобы защитить отца. Что ж, хорошо. Сейчас я нужен своим людям. Но позже мы вместе найдем твоего отца и восстановим справедливость. Храни тебя, Господь. Мы не будем пытаться прорвать стену щитов, но опасности не миновать. Дай слово, что будешь выполнять мои приказы. Сделаю все, что скажешь. Ну, раз такое дело... Я буду ждать в убежище, в Бодльфстоне, на северо-востоке. Оттуда мы отправимся в Линкольн. До свидания, птенчик! Удачи! Храни вас всех, Господь. Боюсь, я приведу мальчика на его собственную казнь. Зато он заткнется. Что ты видишь, Сюнин?
нашего Элдермена. Думает, он особенный, раз пьет простым людям. Оставь его. Если он хочет напиться в грязи, пускай. Это и есть убежище Хунвальда? Сегодня мы один из широв Мерси, но завтра вновь станем королевством Линси, свободным, как ветер, щекочущий Шейнс. Королевский род прервался, Хунвальд. И теперь здесь Линкольншир. Дать тебе карту, чтобы ты вспомнил? Эльфгард, дорогой, зачем мне карту, если кровь в моих жилах знает правду? Хунвальд, это еще кто? Эйвор, садись. Нам бы хлеба и эля. Я говорил с Эльфгаром о своем щекотливом положении. Лорд. Он знатный человек и один из надежных тенов Линкольншира. Надежный, как кружка, которую тяжело опрокинуть, да? Эльфгар поклялся в верности моему роду, роду Яростного Лебедя. С его влиянием и твоей силой мы сможем избавить Линкольншир от негодяев раз и навсегда. Мы ищем твоего отца, Хунвальд, и все. Верно, Эйвор. И скоро найдем. Ты ось в моем колесе. Искра в охапке хвороста. Хунвальд, твой отец болен. А у врагов сейчас все мыслимые преимущества. Ты что-то придумал? Или просто позвал меня посмотреть, как ты пьешь эти помои? Придумал, друг мой. Ведь прежде всего я человек дела. Готов и к танцам, и к бою. Слушай, я здесь, чтобы отвезти тебя к отцу. Идем, или я ухожу? О, да, в Линкольн, идем! Но осторожно. На дороге полно разбойников, жаждущих убить меня. Глупый кусок сала. Один единственный дан не защитит тебя от войска Мерсии. Ты ошибаешься, Эльфгар. Сейчас сам поймешь. Я не прочь подраться, Шавка. Дай повод, и я разобью твою варварскую рожу. Знаешь, Сакс, что такое кровавый орел? Чего? Кровавый орел. Прекрасная птица из твоих потрохов. Я рассеку тебе ребра, а потом вытащу легкие и расправлю, как крылья. Улетишь в свой рай быстрее некуда. Боже, гнусный дикарь. Как ты хитер! Невероятно! Словно наблюдаешь за капитаном, что ведет корабль по бурной реке. Я схожу помочусь, Эйвор. После мы отправимся на поиски приключений. На твоего спутника открыта охота. Он со мной. Все обойдется. Если записать все предостережения, сделанные мной этой бестолочи, получится целая кипа книг. Эльфгар, первый ворчун Линкольншира. Хунвальд должен был быть здесь. Куда он подевался? В беде. Взгляните, он мягкий, как тесто. Мерзавцы, отстаньте! Не трогать!
тоже. Не им дам, чтоб ему сдохнуть. О, Марио. Меня поразил. Куда? Я должен! Не останавливайся, Эйвор! Не останавливайся! Отомсти! Бежишь, как хромой осел! Милосердный. Ты ранен? Невероятно! Поттельстонскую битву будут помнить долгие годы. Эльфгар, первая победа за нами. Хунвальд, ну как ты? Кажется, цел, но... Нужно поскорее добраться до Линкольна. Да, да, верно. Пора в путь. Кто же преследует меня? Меня? Сына почтенного элдермена. Я был наивен, полагая, что знатное происхождение что-то значит для местных керлов да сербов. Зачем порочить мое доброе имя? Гляди, там суда. Можно отсюда доплыть в Линка. Что тебе сообщили, прежде чем изгнать? О, какой-то вздор. Меня разбудили крики. Кто-то схватил меня и сказал, что я опасен для отца. Глупости. Меня, скованного и с завязанными глазами, отвезли к реке Уолш. И там я услышал. В Линкольншире тебя ждет смерть. В смысле опасен? О, якобы я только и жду смерти отца и мечтаю о наследстве. О, якобы я только и жду смерти отца... И мечтаю о наследстве. Будь честен, Хунвальд. Я не смогу помочь, не зная всей правды. Ты не держишь на отца зла? Нет, что ты. Думаю, приказ изгнать меня отдал кто-то выше его. Возможно, Бургред распорядился прежде, чем его свергли. Сомневаюсь. Бургред воевал с данными до конца. У него были дела поважнее. Может и так. Он слишком сдержан. Значит, тогда король Альфред? Король Уэссекса? Это совсем другое королевство. Да, но Альфред ненавидит Дана всей душой. Он мог узнать, что я влюблен в одну из них. В красавицу, которой нет равных. Девушка из Данов. Ясно. Нужно накинуть капюшон. Пришел твой час. Вот и Линкольн. Город, где я родился. И источник моей печали. Yeah.
Мерсийские стражники повсюду. За мной. Иду, скользящий в тени. Сердце стучит, как барабанщик на дракаре. Слава богу, ты жив! Да, дорогой Регенхере, цел и невредим. Скажи моему отцу, что я вернулся и готов к бою. Нам нужно поговорить. Мне жаль, мой господин, но его забрали. Что? Когда? Уже давно. Когда его забрали, он был совсем плох. Это все, что я знаю. Он вышел из дома сам или его заставили? Ни то, ни другое. Нет, он вышел с трудом, хромая. По своей воле или нет? По своей. Это аббатиса Аха предложила забрать его. Ему становилось все хуже и хуже. Славно, что у него еще есть здесь друзья. Среди них епископ Херифрид. Его можно найти в ратуше. Он следит за порядком, пока отсутствует твой отец. В ратуше нас ждут неприятности? Ты имеешь в виду стражу? Да. Их стало намного больше с тех пор, как Элдермен заболел. Ясно. Проникнем туда незаметно. Кто этот человек? Он очень много лет служит нашей семье. Верен нам до конца. Распоряжается хозяйством, а меня помнит еще мальчонкой. Он человек простой, но свое дело знает.
Здесь лучше не шуметь. Херифрид, скажите Хундбиорту, что я вернулся! Господин, ты жив? Лорд Хунвальд, ты должен был предупредить, что возвращаешься, дабы избежать насилия. Обошлось бы без жертв. Почему ты так удивлен, епископ? Все думали, что я мертв? О, хуже, чем мертв. Мой долг сообщить, что, по слухам, ты ушел на север. Жить во грехе с какой-то жалкой датской крестьянкой. Я не терплю оскорблений и слухов. Мы пришли поговорить с Хундбиортом, вот и все. Боюсь, лорд Хундбиорт покинул нас. Он не сказал, куда идет, но наверняка скоро вернется, когда утихнет буря. Что ты хочешь этим сказать? Буря? Он боялся за свою жизнь, Хунвальд. Он болен, слаб и не смог бы защитить себя. По крайней мере, от Дана. Как ты смеешь? Эйвору можно доверять? Встань на мое место, Хунвальд. Сперва ты пропадаешь, а затем возвращаешься с викингом и требуешь встречи с отцом. Не похоже, что намерения у тебя благие. Желаю я тебе смерти, эти камни уже были бы залиты твоей кровью. О небеса, какая жестокость! Должно быть, Господь создал язычников не просто так, но я недоумеваю, зачем. Хунвальд, твой отец недолгое время был в моей богадельне, но ушел, не сказав ни слова. Это все, что мы знаем. Идем, Аббатиса. Оставим мальчика наедине с его мыслями. Нам больше нечего ему рассказать. Береги себя, мой мальчик. Будь здесь, в этих стенах безопасно. Я осмотрюсь, может, узнаю что-нибудь о твоем отце. Если мой отец хоть недолго был в богадельне, монахини там могут что-то знать. Расспроси их, если сможешь. Выясни все. Thank you.
О чем ты думаешь? Эйвор, я понимаю, чего стоит помогать мне. Я не нарушу клятву, данную тебе. Когда мы закончим, ты дашь мне клятву на крови. О, на крови? Подожди меня здесь. Ваш бог говорит с вами, Херифрид? Он может сказать, где Элдермен? Господь не пес, который лает по приказу. Боже мой. Вы давно видели Элдермена? Оставь нас. Ты не вправе задавать такие вопросы. Отец Хунвальда восстанавливал здесь силы не так давно. Кто-то мог видеть, как он ушел. Ты знаешь, где сейчас Элдермен? Мне есть что рассказать, но не здесь, не при всех. Следуй за мной. Довольно. Что ты знаешь об Элдермене? О, я многое о нем знаю. Как часто ему меняют постель, чем он любит угощаться. Знаю, что он ненавидит лечиться пиявками и так далее. Но где же он сейчас? А, где? Понятия не имею. Ты это хотел узнать? Забудь. Ты старшая монахиня? Да. И мне весьма не по душе, что ты явился сюда с оружием. Здесь богадельня, а не военный лагерь. Будто мало того, что на меня пялятся эти болваны с оружием. Еще и ты. Вам с подопечными ничто не угрожает. Я просто ищу Элдермена. Скажи я хоть слово и лишусь головы. А тогда и все эти несчастные последуют за мной в могилу. Элдермен поддержит вас. Чем скорее я найду его, тем скорее стражники покинут богадельню. Надеюсь на это. Несмотря на все наши старания, лорду становилось хуже. Я была против, но стражники забрали его. Я слышала, как они говорили о банях. В Линкольне нет исправных бань. Значит, речь шла о руинах, что к югу отсюда, у восточной стены. Руины к югу. Ясно, я схожу туда. Молю, найди его. Ему нужен целитель. Этих мерсийских господ в наши туннели. А у нас был выбор? Забыть в покое оставят. Нет, огонь!
если меня узнают, будет плохо. Туннели тут глубоки. Элдерман нашел убежище где-то под Линкольном. Здесь мне точно не рады. Здесь сражались. Из-за чего? Разбойники схватились с господами. Для первых все кончилось скверно. Я знаю дверь, которая так и ждет. Некий знатный Сакс заплатил разбойникам, чтобы пройти через туннели, ведущие в замок Боллингброк. О, плащ с изображением лебедя. Похоже, Элдерман проходил здесь. Мерсийцы заплатили разбойникам за молчание и возможность пройти через пещеры. Разбойники решили напасть на мерсийцев, но те перебили обманщиков. В схватке с Элдермана сорвали плащ, но он скрылся и отправился на восток, в Боллингброк. Наверняка.